И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте немножко в этом ролике поподставим, значит, вспышки какие-то, применим какую-то информацию к дуэли. Ну вот, немножко нужно, наверное, вот это все дело понизить полигонаж. Я применю сейчас это модификатор Decimate. Так, Decimate. Смотрим, в каком состоянии, значит, у нас горы. Так, еще, наверное, больше понижаем, понижаем. Это уже много. Так, так, так. Apply. Ну, пока пусть так, да. Конечно, чуть-чуть тут потекло. Ну, в принципе, внешний вид гор более-менее нормальный. Почему горы? Не знаю. Просто хотел посмотреть локацию и подставил, значит, это дело. Но лучше, наверное, дуэль проводить где-нибудь в пустыне или в каком-нибудь каньоне. Так, значит так, что у нас имеется? У нас имеется главный герой линкованный. Есть у нас, значит, бандит. Там вдали можно, значит, поставить каких-нибудь лошадей, там еще что-нибудь. И, короче, получается так, нужно нам выбрать наши горы, так, или нашего персонажа линкованного и приподнять, а то он сильно глубоко находится в снегу. Так, есть такое дело. Значит, потестил я тут немножко кровяки ему добавил. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, а ну-ка, вот она у него кровяка, надеюсь, вам будет видно. Так, смотрим. Вот она, попадание, бац, брызги крови. Добавить, конечно, мимики лица, еще можно там всего по... Вот так, значит, все это дело выглядит. Это гифка. Давайте теперь попробуем, что еще. Вспышку добавим, значит, нашему персонажу. Так, я пока аж горы отключу. И смотрим, что можно здесь придумать. Значит так, импортируем сюда add image, image plan. Находим, у меня тут папка, я их по прошлым роликам накачал, и вот сейчас будем это дело все применять. Кровь, значит, анимации, да? Так, вспышку какую-нибудь, ну вот эту, наверное, будет поприкольней. Так, делаем S. Где она тут? G. Ну, я думаю, будет нормально. Так, заходим давайте в шейдинги и опять это дело все поднастроим. Значит, текстурку оставляем, а вот эту вот ноду delete удаляем. Так, поближе поставим, чтобы видеть. Добавляем шейдер. Так, переключусь на английский язык. Mix shader. Так, по-моему, он, да. Так, теперь, так, добавляем эмиссию. Добавляем transparent. Transparent без DS. BF. И, значит, добавляем color ramp. Color ramp. Так, подключаем, значит, color ramp к факу, transparent к шейдеру, эту тоже штуку к шейдеру, эту тоже к surface, текстуру, значит, к эмиссии и color color ramp. Так, теперь меняем цветность, выбираем, здесь ставим черный, а здесь ставим белый. Так, теперь черный немножко, а ну-ка поближе. Ну, как-то вот так вот.
В layout заходим, вот уже более-менее симпатюшно. G. Семерка на нампаде, значит, можно найти, где он будет стрелять уже. Вот здесь он стреляет, значит, G. Делаем S по стволу, большой он не нужен, пламя, ну, где-то вот так, да? И, значит, подгоняем к нашему стволу. Так, G. Вроде бы все нормально. Теперь нужно все это дело привязать. И вот у меня пистоль. Вот эта штука, да? Надо ее тоже подправить. Значит, выбираем. А, пардоньте. Delete. И, значит, этот файл save. А открываем линкованный. Open. Линкованный файл. Это у нас герой Запада. Герой. Стреляет. Смотрим, что у него с пистолем. Выбираем наш пистолет. Так, вот так все это дело выбираем. И, значит, подправляем к нашей руке. Так, вроде бы как бы, да? А ну-ка, G, R, перекрутка. Так, ну как бы, да? Теперь все это дело сохраняем, сейв, и добавляем сюда картинку теперь. Значит, add image plan, делаем выборку, какая нам понадобится, да? Так. Опять же эту штуку ставим. Делаем ей S. R. G. Так, тройка на нампаде. Перекрутку ей тоже делаем. Так, подгадываем под наш ствол, где он тут будет. Ну, в принципе, попал, да? Только нужно немножко отвести подальше от ствола. Вот так вот. Теперь привязать нужно вот этот план к нашему пистолету. Это можно сделать вот так. Ctrl-P. Keep Transform. Так, вот вы видите. Все привязалось, все хорошо. Теперь нужно все это дело опять же поднастроить. Заходим в шейдеры, выбираем так, наш план, удаляем ноду и повторяем все, что я недавно делал. Значит, add mix shader, так, поближе, значит, поставим. Следом идет опять же у нас emission, потом идет у нас Transparent. И, значит, заключительная у нас Color Ramp. Color Ramp. Так, теперь все это дело, значит, аккуратненько подключаем. Переводим, опять же, меняем цветовую вот эту настройку. Так, тут черный, тут ставим белый. Ну и черненького чуть-чуть поближе, чтобы он был поярче. Так, ну нормально. Layout. И теперь нужно все это дело, значит, зафиксировать. Значит, где он еще не стреляет. Здесь вот он поднимает, значит, наш пистоль. Переключимся в Keying. Найдем локация, ротация, Scale. И прописываем S. Уменьшаем его в 0.
прописываем и log rot scale, и значит здесь вот идет уже, вот здесь идет выстрел. Здесь мы его опять же увеличиваем. Но это уже как базуха, да? Это многовато. И подведем к нашему стволу. Так, и потом опять Shift D в 0. Вспышка происходит. Переводим, значит, поближе к нашему этому кадру, чтобы была быстрая вспышка, да? И, значит, вот этот кадр G, а этот немножко Shift D затягиваем, да? Угу. Так, и вот этот, значит, кадр G подставляем к нашему пистолету. Так, эту, значит, часть поменьше G. И вот эту, значит, Shift D перекручиваем на 32. Все, вот у нас вспышка работает. Смотрим, может... Так, ее нужно еще перевести чуть-чуть в бок. Так, прописываем и. Так, теперь эту часть тоже прописываем поближе к стволу. Английская и. И эту часть тоже поближе. Делаем ей Shift D дубликат на 30 задержку. И значит здесь Shift D тоже переводим. Так, и получается что? Так, 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 так. А ну-ка подгадываем. G. Нормально. Но. Другой вопрос в чем? Вот это вот. Штука, да? Почему-то у него скользит. Так. Прописываем, значит, пистолет на этом месте. Потом пистолет почему-то, не знаю почему у него вот эта вот беготня нехорошая, да? Тоже прописываем. Так, тут он уже хорошо его держит, а вот здесь... Так, тройка на нампаде. Здесь видите, что ствол, значит, тоже нужно подправлять под руку. Нехорошо у него, значит, рука сделана, но ничего. Так, главное, чтобы пляски не было, да? Так, почему же ты скользишь?
Так, раз. И что у него дальше, чтобы у нас потом косяка не было? А ну-ка. Вот и тут тоже поскакал. Так, смотрим по пальцам, как он его тут держит, да? Ну, вроде бы нормально, ну чуть-чуть еще можно вперед подать. А ну-ка. Так, здесь вот тоже выскакивает. Хотя я его привязал к кисти руки. Ну, что-то неинтересное с ним происходит. Так, есть такое дело. Так, а где у нас теперь находится пуля? А ну-ка, ставим на рентген. Вот она у нас есть пуля. И давайте эту пулю, значит, тоже пропишем. Значит, это она находится G. Пистолете прописываем и так смотрим здесь так тройка на нампаде здесь у нас вылетает вот эта пуля G вот сюда ее поставим да чтобы видеть. Значит, и английская прописка. И что еще хотелось бы сделать? Так, на вот этом кадре пуля должна быть, значит, у нас в самом стволе. Семерка на нампаде, смотрим, значит. G подправляем и локрот. Сделаем чуть-чуть ее на поменьше, что-то она не попадает. А ну-ка. Так, здесь она правильно вылетает. Так, а здесь она должна, значит, попасть вот сюда на ствол аж. Прописку тоже ей даем и, значит, заводим в наш ствол. Так, еще раз S сделаем. Что-то она большеватая. Так. Здесь R подправляем. А ну-ка. G. Подкручиваем R. И прописываем еще раз, да? Так, здесь она, значит, должна быть где-то вот тут. Теперь выбираем наш ствол и попробуем по прошлому ролику поставить модификатор каст. Так, теперь что у нас здесь есть? У нас есть тут пуля. User transform и значит здесь 19 метров, а здесь, наверное, чуть поменьше поставим. Смотрим.
Так, почему ты не хочешь работать? Так, настройка что-то конючит. А, вон оно что. Так, а ну-ка. И прописка, выбираем опять ствол. Так, чуть-чуть побольше. Вот так, да? Так, User Transform отключим. И что у нас получается? Так, 0,35, а тут побольше. А ну-ка. Так, тут еще тогда побольше. Так, пуля вот должна выйти, но почему-то она здесь, значит, что не так? О, вот так будет, наверное, получше. А ну-ка. Так, G. Переведем. Прописку переделаем. Так, и поправим, значит, на сам наш ствол. Во. Прописку тоже проделаем. Так, где там пуля у нас, чтобы все было нормально? Так, здесь она уже вылетела. Получается, здесь она не должна быть, да? Так, раз пуля вылетает. Здесь ее не должно быть. Так, вот эту штуку G переведем. А ну-ка. Так, смотрим, что получилось. Так, здесь пуля уже должна быть выйти. Значит, сюда мы ее и подставим. Так, G. Так, что-то она опять у меня подконючивает. Да? А ну-ка, семерка на нампаде. Делаем R, делаем, значит, уже G. Прописка, да?
Так, так, так. Ну, здесь тогда она должна уже подальше уйти, да? А здесь она уже, ну, пусть исчезает как будто, да? Уходит назад в пистолет. Так. Так, здесь она вылетела, а здесь она, значит, летит, летит, летит. И где-то S уменьшается и вообще в хлам, чтобы ее не было видно. Так, здесь она тоже что-то конючит. А ну-ка, делит. Так, и вот здесь вот нехорошо, да? Значит, вот здесь она должна быть. В барабане. Прописываем и локрот, и бум. Тройка на нампаде. Ствол нормально движется, но здесь вот возврат мне не нравится. Начало. Выбираем, значит, нашу вот эту трубу. Пропишем ее, значит. С уменьшением, а потом с повышением, да? Так, что-то не нравится мне этот размерчик. Так, так. Пропишем на уменьшение, да, и следом, где уже пошла вот эта движуха. Прибавим ее. Так, вот так она мне тоже не нравится. Значит, где она должна вылетать? Так, оставляем, ладно, сферу. Что тут получается? Где у нас тут происходит выстрел? Так, так, так.
Такие, окей, это значит отключим. И этот что у нас тут тоже отключим, да? Здесь поставим 0,20. Так, а здесь поставим 22. Многовато, да? Так, тогда единичку. Маловато. Угу. Так, поставим побольше и сделаем такую, значит, штукенцию. Так, где у нас тут пуля? Вот она, да? Так, и перепишем, наверное, чуть-чуть пулю. А ну-ка. Вот здесь она, значит, находится. Здесь она, значит, пошла. Пошла, возврат делает назад почему-то. Так, вот этот кадр нам не понадобится. О, вот теперь нормально, без одного кадра. Так, все это дело есть. Но у него теперь вот тут еще западают, значит, вот эти вот штуки на одежде. Ну, это уже потом в процессе можно дело, значит, все это дело подправить. Так, что у нас тут с костями, значит, G. Так. Ага, подправилась. Так, теперь вот эта косточка у нас уходит. А ну-ка. G не крутится, только, значит, вот с этой штукенцией. И только, значит, вот эту еще поправлять. В принципе, нормально. А ну-ка, А, И, прописка. Вроде бы тут еще можно потом шипкеями доработать или же добавить еще какими-нибудь косточками. А ну-ка, Р опускаем. Здесь кость тоже Р опускаем. Прописываем. А, И, прописка. Так, и здесь, значит, уже какой-то должен быть возврат, да? Так, здесь уже Alt-G, Alt-R. Alt-G, Alt-R. Назад возвращаем. Вот, и прописываем. Угу. Так, ну вроде бы нормально. Так, с этим делом вроде бы нормально, значит, все сохраняем в сейф. И заходим
в нашу, значит, линкованную сцену. Бандит 3. Открываем. И там все должно появиться, измениться. А ну-ка. Вот, все работает, все зашибись. Так. Попробуем еще тут сделать побольше S. А ну-ка, и прописка. Потом, значит, все это дело еще немножко так. Значит, S прибавим, вроде как бы кровь хлыщет, и потом только она убирается. Ну вот, прикольно. Только теперь разобраться с этим, с динамическим рисованием. Как можно цвет ему нарисовать на майке, когда, ну, подставить, чтобы кровь была, майка в крови, это рубаха, да? Ну, такая штука. И ракурсы, опять же. Где какой ракурс подобрать? Картинки, вот именно вот эти гифки, потом анимации можно вырезать где-то, да? Подставлять черный фон. Я вот в группе показывал, как я забрал с этого дым и огонь, значит, с аддона. Как это все дело там сделано, посмотрите, кому интересно. И картинки вот эти все можно брать с любого ролика. Ну, в принципе, какой косяк. Единственное, что вот таких четких граней бывает не получается. Черный фон, и программа не понимает, где ее как вырезать. Ну, вот в фотошопе хорошо бы их вырезать. Так, ну, как бы, да? Все, всем пока, до свидания. Вот такая, значит, процедура все это дело постановки. Вот так все это дело выглядит. Так. Ну все, теперь мимику добавить, разговор, выстрел, значит, звук, и будет все классно. Все, всем пока.